Это слезовик. Крупнейший одноклеточный организм на Земле, который может вырасти до 3 квадратных метров. Это слезевик. Длиной всего в несколько миллиметров эта бесформенная капля, напоминающая слизня, ползет по поверхности со скоростью чуть больше сантиметра в час. Она как бы ощупывает свой путь в поисках бактерий, которыми питается. Однако перед нами не отдельный организм, а особый союз сотен тысяч похожих на амебу клеток. Эти крохотные индивиды сливаются воедино, когда окружающие их запасы пищи исчерпываются. Тысячи их собираются в каплю, которая постепенно приобретает форму слизня и даже выделяет слизь, когда движется. Такая штука может ползать днями и даже неделями в поисках. На влажной древесине слезевики могут быть гораздо крупнее. Такие сети извилистой слизи тянутся на несколько метров, пульсируя и передвигаясь по мере поглощения окружающих бактерий. Потом внезапно эта необычная подвижная капля снова меняется. Слезевик образует целый лес грибовидных выростов, несущих на своих вершинах капсулы со спорами. Известны сотни видов слезевиков, и у каждого эти структуры специфической формы. Эти плодовые тела, созревая, высвобождают миллионы спор. Разносимые дождевой водой и насекомыми, они прорастают в похожие на амеб клетки, и странный жизненный цикл начинается снова.